предлагается направить на частичное восстановление работоспособности жилых домов, такие как также беспрерывная замена конденсационного выпуска, замена входных дверей по адресам, где капитальный ремонт фасады не в ближайшее время или прошел без исключения этих работ, установка ЗДС, ремонт кровли Симоновский 26-3, разработка ПСД по переносу расширительного бака Симоновский вал 16-1, а также установка пандусов в количестве 26 штук по подъездам жилых домов Даниловского района по заявкам и потребностям. Вопросы важные. Пандусы нам тоже очень нужны. Коллеги, если у вас замечаний нет, то в таком случае проект решения мы ставим на голосование. В соответствии с частью 6 статьи 1 закона города Москвы от 11 июля 2012 года, номер 30.